Даниэль, мы не проедем. Проедем, проедем. Ну что, баварцы, так и ездите на тракторах? Прошу прощения за прошлый раз, я забыл о ручном тормозе, поэтому не мог ехать. Эй, я с тобой говорю. С машиной все в порядке, сыграем еще в зайчика или останешься в дураках? Отстань, отстань. Вы, французы, любите трепать языком. Выйдем на автостраду, там посмотрим. Я тебя обидел? Я раздавлю два пизда. Извини, извини, мне очень жаль. Даю тебе еще один шанс. Но теперь я не буду ставить больше, потому что мне стыдно так легко выигрывать деньги. Держи, птичка. 100 франков. Ты заплатишь за наглость. Лучше быть наглым, чем смешным. Ты, кажется, переборщил. Да нет, предупреди всех ребят. Жан-Бат, включай красный. На месте. Номер 11 на месте. Прекрасно, номер 12 и 13, приготовьтесь. Номер 13. Вас понял, но у меня небольшая проблема. Два полицейских у светофора. О, проклятие! Отцепи их как-нибудь. Легко сказать. Они намертво застряли. Мы приближаемся к 11-му. Решай. Хорошо. Пола, дай их мне. Извините. Вас вызывают. Алло. Комиссар Жибер, бригада по борьбе с организованной преступностью. Рядом с вами находится бомба. Где? Что? Светофорик. Главное, не паникуйте. Мы знаем, как остановить механизм. Ставьте ключ в коробку и переключите светофор на красный свет. Но он уже красный. Вас это не касается. Засуньте ключ в коробку и поверните его направо. Ясно? Выполняйте. Да, да. Да, мсье комиссар. Проскочили 12-й номер. Скорее, скорее! Скорее! Разрешите? 19-й, 20-й. Приготовьтесь. Дальше никого нет. Да, я знаю. Это точно дорога? Кратчайший путь. Если он выйдет на автостраду, ему крышка. У нас больше мощности. Там было какое-то заграждение, Даниэль. Автострада недостроена, тупик. Ты в курсе, чего волноваться? Даниэль, на вид я спокоен, но это не так. Осталось недолго. Это меня и беспокоит, Даниэль. Еще 10 секунд. Раздави мне эту крысу. Там нет пути.
5 секунд. Давай, дави его! Дави! Даниэль, бросай это дело, умоляю. Пусть они выигрывают, к черту! Не умирать же за 100 франков! Сегодня или никогда! Yes! Что? Браво, Карл! Мы выиграли! Ты уверен? Я действительно поверил, что ты скорее умрешь, чем дашь обогнать себя. Помнишь сказку «Черепаха и заяц»? Там всегда выигрывает черепаха. Эй, Эйнштейн! Ты читал «Ле Фонтена»? Да, большой заяц нищ доволен, что его обогнал Клайна Черепахин. А вот Пума будет довольна. Давно она мечтала полакомиться зайчатинкой. Да? Я гу зайчатинка!